имени Писаревой. Надеемся, что вам понравится у нас. Мы уверены, что не только красивый город привлекает сюда к нам студентов, но и традиции Герценовского университета. И одной из таких традиций является как раз создание условий и возможностей для выбора всем, кто пришел к нам учиться. И еще одной традицией нашего университета является ситуация создания сюрпризов, открытий, новых возможностей и очень приятных встреч. И вот сегодня как раз такая ситуация. Я с большим удовольствием приглашаю сейчас к микрофону нашего большого друга, потому что это выпускник нашего университета. Человек, который дорос от преподавателя до проректора по инновационной деятельности. И который сейчас является заместителем председателя комитета образования Санкт-Петербурга, правительства нашего города, кандидат физико-математических наук Михаил Юрьевич Пучков. Добрый день, глубоко уважаемые коллеги, дорогие друзья. Светлана Анатольевна, спасибо огромное за такое представление. На самом деле очень много хочется сказать, но я постараюсь быть очень кратким, поделиться действительно эмоциями, потому что правильный положительный эмоциональный фон – это залог всех дальнейших успешных шагов. Друзья, на самом деле я действительно окончил этот университет. И когда свою речь вам приветственную говорил Геннадий Алексеевич Платовский, я вспомнил, как он мне жал руку, получал красный диплом, в отличие от физики в соседнем колонном зале.